Добрый день! Вас приветствует интернет-магазин «Всеписарии». Сегодня мы рассмотрим недорогие вагинальные тренажеры, которые являются довольно часто покупаемой продукцией. Данная продукция подходит тем, кто хочет начать тренировать мышцы тазового дна, но не определились с тем, какая модель из дорогих или сложных комплектов подойдет именно им. Начинаем! Первая модель – вагинальные шарики Smart Duoton. Простая упаковка с инструкцией внутри. Тренажеры представлены в разных цветах. Достаем сам тренажер. Выполнен он из инертного пластика, на ощупь плотный, имеет нить для удобства извлечения. Давайте его взвесим. Вес 60 грамм. Важно! Для тренировки с данными изделиями необходимо выполнять упражнения Кегеля для тренировки мышц тазового дна. Просто так целыми днями с ними ходить нельзя. Смотрим следующую модель. Далее у нас вагинальные шарики G-Toy. Данный тренажер также имеет простую упаковку и инструкцию внутри. Переходим к самому изделию. Тренажер имеет внутри полость, в которой размещены металлические шарики, на ощупь мягкий и приятный. Изделие покрыто напылением из силикона. Размер шариков небольшой. Данные шарики выполнены качественно, выпускаются в разных цветах. Розовый, фиолетовый, голубой, желтый и зеленый. Бывает одиночный вариант данного изделия. Внутри также металлический шарик. Вес его значительно меньше. Двойные изделия пользуют на начальном этапе тренировок. Дальше переходят к одиночным изделиям. Рассмотрим тренажер, состоящий из одного шарика со смещенным центром тяжести и с массажным эффектом. Изделие имеет простую упаковку с инструкцией внутри. Сам тренажер выполнен из качественного силикона. На ощупь шарик мягкий и приятный. Имеет длинный силиконовый хвостик. Перейдем к взвешиванию. Далее очень популярный тренажер Мина. У нас они продаются по отдельности, но мы рекомендуем покупать все три одновременно. Две восьмерки со смещенным центром тяжести, восьмерка чуть легче и одиночный шарик. Каждое изделие имеет отдельную упаковку. Начинаем тренировки с легкой восьмерки, потом более тяжелая, затем одиночный шарик. Изделия выполнены из качественного силикона, на ощупь приятные. Что можно сказать по итогу? Все изделия выполнены из качественных материалов, имеют небольшую стоимость и отлично подойдут для начала занятий. Говоря простым языком, данные изделия подойдут для понимания типов тренировок, чтобы вы могли понять, подойдут вам занятия вумбилдингом или нет. Большое спасибо за внимание!